этого конверта, посвященного 28-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2016». И мне очень приятно огласить, что в торжественной церемонии принимают участие президент Торгово-промышленной палаты Сергей Николаевич Катырин, руководитель Федерального агентства связи Олег Геннадьевич Духовницкий и генеральный директор Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» Сергей Сергеевич Беднов. Пожалуйста. Я пока расскажу, в чем заключается процедура. Для гашения конверта изготовлен памятный сувенирный штемпель. На нем указана сегодняшняя дата – 10 мая 2016 года, дата официального открытия выставки. Этим штемпелем делается оттиск, и конверты подписываются участниками церемонии гашения. Тираж конверта составляет 2 миллиона экземпляров. В оформлении использован логотип выставки «Связь-2016» и элементы ее фирменного стиля. Нужно сказать, что вот эти конверты, они действительно уйдут в народ. Любой желающий сможет просто взять, купить конверт в отделении связи и отправить письмо своим любимым, близким, родным. Что, похоже, что процедура гашения уже подошла к концу, да, у нас практически? Еще один круг у нас, потому что все должны подписать. Я пока буквально небольшой экскурс в историю сделаю. Выставка «Связь-2016» – крупнейшая в странах Содружества независимых государств и Восточной Европе международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи. Как уже сегодня говорилось, впервые она была проведена в апреле 1975 года и со временем стала ежегодной. Более чем за 40 лет существования выставка «Связь» стала символом развития и достижений телекоммуникационной отрасли. Я думаю, сегодня мы в этом все убедимся. Сегодня среди участников выставки признанные лидеры международного и отечественного рынка, крупнейшие отраслевые компании из 17 стран мира. Ну что ж, процедура гашения подошла к концу. Сейчас сильно, наверное, понимать, что 2 миллиона конвертов разойдутся в народ, и все вот будут очевидцами сегодняшнего мероприятия. Сформулировал как чувство, как привычно волнительное, потому как эти мероприятия мы проводим периодически, и вот сейчас Сергей Сергеевичем поделился этим соображением, что в прошлом году мы тоже запускали в почтовую жизнь маркированный конверт, и мы будем каждый год это делать, популяризировать эту выставку на территории нашей страны таким вот традиционным способом и далеко за ее пределами. Поэтому вот волнуемся, но не очень. Сергей Николаевич, а где-нибудь встречали конверты, который в прошлом году ушел в народ? Я редко письма пишу, поэтому пока не встречал. Но теперь буду смотреть. Мне пишут много, но мне без конверта, как правило, уже отдают. Поэтому теперь буду спрашивать с конвертом. Спасибо. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое за то, что сегодня вы тоже приняли участие. Второй год подряд. Это будет теперь, я так понимаю, ежегодный, традиционный, да, у нас такой вот частью нашего открытия. Ну, это было бы здорово. Я считаю, что действительно это уже хорошая традиция на выставке «Связь» производить гашение вот, конвертов и марок. Это очень здорово. И я считаю, что вот как только нам вручат, надо быстрее бежать из павильона, потому что здесь, наверное, группа филателистов есть, которые готовы завладеть ими. Это вы правы. Ну что ж, девушки готовы, рамки готовы. Пожалуйста, давайте мы сделаем памятное красивое фото.
гиганты кубов не был, а также набирающие популярность отечественного внимания кинотеатра. Со стороны государства особенно важно и дальше поддерживать развитие легального потребления в России, в том числе на основе сохранения существующих принципов законодательства в сфере защиты. Теперь немножко о РАЦИТе. На площадке спецпроекта Регионального общественного центра интернет-технологий «Голос Рунета» в сентябре прошлого года прошла одна из самых масштабных дискуссий. В центре внимания оказалась программа развития российского сегмента сети интернета, связанных с ней отраслей экономики, разработанной экспертами ИРИ. Она включала в себя четыре раздела: интернет и общество, интернет и государство, интернет и...